Друзья, я для вас подготовил умопомрачительный контент. Вы просто офигите! Надеюсь, это не последнее видео, но сезон точно закрыт. Полиция стоит. И снова не по зебре. Боже. Да это же светловоз, детка. Парни смотрят. Ой, бля, я не могу. Приехал девчонкам. Проведаем. Да и реакцию запишем на нашу интересную ситуацию. Руки прочь. Ты руки мыла. Привет. Дай я потрогаю. С утеплением. Нормально. Тепло. Реально тепло? Нет, конечно, что оно даст? Да поверни. Боже. Что ты там чухаешь? Это все, что вышли, че что? А кто у нас больше нет? Соня и Лера, типа. Не? Прогульщики? Вот, бля. Заехали мы на курситет девчонкам. Поедем теперь на сову. Попьем кофе. Подождем их, когда они, что они там. И... там будет видно. Допишем контент. Или еще навернем. Женщины так посмотрели, прикольно. Ой, бля, я не могу. Вот эта реакция, бля, зачет. Реакция, блядь, конечно. Вот реакция у людей, прикольная, конечно, бля. Офигевшие такие, бля. Все смотрят, бля, абсолютно. А мы едем сейчас покушать. Перекусить наггетсы захотелось мне что-то. После тренировочки, блин, воды попил, все, блин, а поесть не поел. Доехаем. Пидисты-то надо, силушки надо, энергия нам надо. Виддончик, конечно, зачетный, блядь. Ой, я не могу. Опа. Я думал, это к нам кто-то пришел. Но нет. Ой, бля. Только посмотрите на это. Это же красота. О, реакцию ребенка можно записать. Пока идет. Прикольно. Все раздал. Сейчас глянем. Ну, наверное, я походу их все раздал. Одна есть, но она пожмаканная. Лучше я возьму тебе в следующий раз. И сюда оставлю. Здесь скажешь, там наклейку оставляли. Че не, я тебе ее... ну, ее отдадут тебе. Так куда? Она вообще стертая, ты шо? Ты посмотри на нее, она вообще не годится. Не, ну хочешь, на одну. Но я тебе все равно передам нормальную, свежую лучше.
Я прям здесь оставлю, скажу, когда потом подойдешь и заберешь, то и все. Все, давай, хорошего дня. Ну вот мы ждем. Поезд уже проехал. А мы все еще ждем. Здрасте, 5-го, пожалуйста. 5-й до полного по карте. Ой, вообще нам и так ноябрь месяц. Сколько тепла уже дала, действительно. Скажем так, осень. Уже последний месяц осени к зиме. То вообще наслаждаемся. Сейчас уже еду домой. Заберу девчулю. Будем ставить мопед. Дальше пешочком. Так что да. Так, что тут за неразбериха? Никто не знает, где у кого какая. Главное, еще не... Красиво пошумели тут, как в последний день. Надеюсь, что еще нет, но скорее да, чем нет. Вы еще тут не понапивались кофе? Как дела? Чем докажешь? Чем докажешь? Что вы такие грустные, обычно улыбаетесь, а тут сюда такая грусть, тоска. Ой, я в ТикТоке видел. Серьезно? Да. А на Ютубе? Не, на Ютубе не видел, это я видел в ТикТоке. Так это же один и тот же канал. Просто там нарезочки коротенькие. А, понятно. Не, я только в ТикТоке видел. Ну то ж надо подписаться обязательно. Хорошо. Не, я в ТикТоке подписан. А? А какой я в ТикТоке был подписан? Just Run Rider. Можешь даже на русском набрать. Я тоже подпишусь. Видео. Давай я наберу, чтоб ты. А мы видео? Конечно. Вот. Вы можете привет передавать кому. Привет, привет. Как вам моя шапочка? Крутая. О, хочу это. Передать привет, вот этому чудрику. Вообще отлично. Я тоже хочу подписаться. Вот, смотри. Ага. Так что да. Подписывайтесь на канал, контента да. Хватает. Попадете в видосик. Мы попадем в ТикТок? ТикТок такой же, да. Okay. Тоже Just Run, с тем же самым логотипом. Just Run Rider. Я подписался сам. Отлично. Она тоже домой придет, подпишись. Да, пока. Давай. Все, пока. Покеда, покеда. Все, пока. Пока. Да. У тебя крутой Кавасаки. Спасибо, да. Та-т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 а. Вот же они обнимашки. Давай. Ой, бля. Она меня так крепко обняла. Крепко обняла. Ты так красиво, невыносимо. Тара-та-тара. Тара-та-тара. Та-та-та. О боже, что ты там с собой носишь? Тетрадки, что ли? Что? Тетрадки с собой носишь? Все конспектируешь? Дневник ведешь свой? Блять, опять встать хочу.
запотело, бля. Давай я выеду. Хера не вижу, бля. Все вслепую, бля. Опа. Садись. Быстрей. Хотел капец. Не в ахере. Надо скорость набрать. Опа, ча. Были мы. Уха, ча. А, ча. А, ча, 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 ча. Сейчас тут будет какие-то неровности, точно помню было. Оп, 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 оп. Все. Ага, поворачивай. Давай. Красиво. Все согласно ПДД, никаких нареканий нет. Особо не навалишь, бо у меня эта шапочка чуть-чуть ветром улетает, блять. Сука. Там на двухстороннем скотче чуть-чуть передок держится, чтобы не улетело, не сползла, и не произошло никаких казусов, блять. Шарф этот телепается, я не знаю. Может стоять. Но ее не мог, походу. Не курит. Не видать. Че стали, блядь? Девчатка. Поздороваться идут, наверное, к дяденьке. Давай. Я ж не против. Тебе не холодно так одета? От одного вида холодно только. Как ты смотришь? Давай. Как всегда. Мы на связи. Обычно крутышки. Крутышки? Да. Ну давай. Крутышки. Так, что еще можно? Фотосессия не запланировала. Ой, блин. Я больше ты выходишь, как все, надо фоткаться. Ну используй, используй момент, что нет. Боже, дай залезу. Давай. Ой, бля. Все, спасибо. Пожалуйста, давай. Да. Ой, я не могу сделать, блядь. Не, ну молодцы. Че? Бля, сейчас есть хочу. Надо поехать перекусить. Поедем на мастер, надо перекусить. Привет. Кто там сказал, что фитуши невкусные у вас? Ну все, мы покушали вкусненько. Можно теперь ехать, бля, нихера. Опа, опа. Подъедем до Малинки сейчас.
Кого? Ну а что поделаешь? Предновогодний этот показ, бля. Да. Надо ехать домой ставить, бо уже холодно. А? Ебать, ты спишь. Ну а поскольку у нас немного снежка есть, запишем небольшой контент вне мотосезона. Подписчики, сегодня мы будем делать дрифт. Сопли текут, глаза слезятся. Будем снимать контент для Володимира Дяченко, для канала Just Run Rider. Just Run Rider, йо. Бля, вот так. Это у нас сейчас будет автомобильный Just Run Rider. Четырехколесный, на полном приводе. Ну что, поехали! Не! Ты шо? Я в ахуе, бля! Очковая пизда! Охуенно! Поехали! А ну-ка, дивись, то что, ладно, камера. Посвети, нормально там все? Ну да, заляпало чуть-чуть. Протри. Да я вылетел. Блядь. Ты занись, моя нога там тормозит, давай. Я говорю, надо ему фонарик, все видно. Охуенно. Кто следующий? Охуенно. Давай еще один пару игру, да? Ну давай. Я понял, короче, не держу, бо він не де... я руками його не держу, я отак. Застібнув і все. Сроку, бо пораз, бо в'єбав больно. Друзья, ну а теперь, конечно же, рубрика истинных фанатов Just Run Rider.
Вот же она, вот же она. Вы только посмотрите, это мой самый преданный подписчик. Ебать, я даже заплачу. Охуевшая татуха будет, бля. Just on rider. Главное, чтобы на моей коже было видно красным. Буде, буде. Це охуєнно буде видно. Може мені это... сначала підвстати, щоб ти, блядь, якось. Бо я отак от лежу, це взагалі непонятно. Та ні, підвстати, ти вже лежи, як лежиш, блядь. Це пізда. Та ні, нормально все. Все будет красиво. Может, что только не то надо было. Сейчас будет. Сейчас ты почувствуешь. Если я буду кричать, дайте мне въебало. Ты все равно проснешься. Да какой же в него мягко. Мне страшно не пробовать. Не бойся. Нормально? Да. О, видишь, а ты переживаешь. А то оно хуйня, блядь. Ну, не, ну в подмышку отдаем. Не, ну, да. Просто, что ты лег, растянул это все. Если бы ты сидел... то, мне кажется, было бы проще. Да, ну и так нормально. Не, ну, я ненадолго не задержу, я пьяный, блядь. Нормально. Ну, почти. Да, блядь, это пизда просто. Это ебейшая татуха, блядь. Это просто мощно. Это мощно. У нас красиво. Это мощно. Это охуенно. Соль. Лучшая, блядь. Соль. Просто соль. Легкая, легчайшая. Для кого? Да 4 дня это нормально. Ты лучше покажи татуху. Покажи охуенную татуху. Это Just Rap. Just on Rider. Сюда. Я малину полюблю. Вообще малина отдыхает, ебать. Вот это мощно. Вот это я понимаю, бля. Хорошо, что не клубнику. Охуенно. Лучшая татуха. Это просто best of the best of the best. Скажи. Охуеть. Я в похуе. Это мощно. Мощно. Не, вот это на самом деле татуха охуенная. Охуенная. Базару нема вообще, бля. Охуенная, бля, сука. Вообще мощь. Вот это мощь. Это же малина там, а то я сейчас там Just Rad, блядь. В 2 или в 3 сантиметра. Бля, ну сегодня вечер был, я вам отвечаю. Я столько не ржал, я уже не помню. Это просто нечто, бля, я даже не вижу, куда я ехал. Вот это парни отожили. Мне просто интересна реакция, бля. Что? Как они отреагируют, когда они проснутся от этих татуировок? Ебать, это просто, блядь, пиздец. Короче, объявляю акцию. Кто хочет набить татуху Just Run Raider, обращаемся. Готов оплатить татуировку и бонусом что-то накинуть. Может, есть еще ярые подписчики, а?